Всем привет! Давно не было лайв-блогов. Эта шапка мне скидывает как минимум лет 15. Такая вот пума. Так что я сегодня в роли маленького ребеночка. Мы идем на каток. Это наши коньки. Одинаковые, только у меня белые, у меня красные. А, у меня черные, да. Сейчас покажу, что за окном у нас. За окном у нас зима, холода. Не, на самом деле сейчас теплее стало. Куда сейчас плюсовая, по-моему, температура. Вот, Настя уже дособирается, неизвестно сколько. Я уже готов к выходу давно. Кстати, всю зиму вот я купил себе вот такие сапоги в Бершке за 5 косарей. Ну, они такие хорошие, в принципе, но не очень теплые. И пару раз я их носил. В общем, а в основном я проходил вот в этих найках всю зиму. И вообще нормально было. Ну, они, конечно, испачкались, летом уже в них не похож. И как бы я особо, конечно, не хожу по улицам, но так в целом я вообще доволен. И они, и вид у них, в принципе, нормальный, и стоят они не так дорого. По-моему, 4000-3000, что-то такое. Довольно-таки теплые, удобные. Вот эти я выкинул деньги, грубо говоря. Вообще, в последнее время у меня кроссовки стали дольше держаться. Раньше у меня очень быстро они портились. В общем, все, увидимся на катке. И из нашего города Казани мы очутились на Северном полюсе. На самом деле, вот наш стадион самый крутой, который считается, который теперь не знает, куда деть, потому что футбол там больше никто не играет. Хотят торговый центр сделать, там еще что-то. Там рестораны же с другой стороны. Да, там уже рестораны, и детские площадки. Иди давай. Вот. Там подобное. Вот мы идем на каток. Он считается самым главным в нашем городе, да? Самым большим. Самым большим. Я не знаю, самым главным, наверное. Сейчас придем, покажу вам, какая атмосфера там царит. Я уже выдохся полностью. Тут столько ступенек там было в этом переходе, он такой глубокий. Вот, вот так вот выглядит вход. Вон там тысяча народу. Тысяча. Тысяча людей. Тут у нас сейчас будут, скорее всего, проверять сумки. Его, походу, переделали, да, где-нибудь. Переделали? Ну, немножко. Сместили, да? Да, походу. А, тут полиции нет, просто проходишь. А в прошлом году прям полиция стояла. А она в этом помнит? Где он сказал оставить? Ну там сказал прямо оставьте. Ну я тебя просто предупредил. А что ты меня предупредил? Ну просто. Сейчас спрошу у него. Не надо мне. Да ладно, вот Настя тут говорит, что чувак, который на квадроцикле, это, короче, ее бывший парень. Да ладно, что ты? Куда садиться? Здесь, да, снизу? Да. Большим пальцем нажимать? Да. Здесь тормоз. Все? Да. Это руль, да? Садись. А? Сколько? А можно потом решить? Мы подойдем все равно? Да я здесь, давай. Тем более ты ее знаешь, как я слышу. Назад сдать. Внизу есть. Держись, главное. Thank you.
А он разве не вот эту штуку поднял? Да я тоже смотрю, он что-то поднимал там. Короче, я лох. Когда катался, потерял крепление по дороге на голову, которым снимал. Потом перецепил я на палку. И я его положил, короче. Он куда-то улетел, я его пока не нашел. Вот по трассе иду, чтобы найти. Нафига с клюшкой кататься здесь, а? Нафига он с клюшкой катается? Идем поснимаем. Я уже потерял Настю, уже не видел ее, ему 15, наверное, где-то катается, каток большой, у нее белая и неприметная. Нашлась потеряша! Куртку не берешь, я тебе не чувствовал. Я уже с девочками там познакомился. Да? Нет, я тебя сколько кругов сделал? 200. Конечно! Кузом по... Вообще опасно. Дети гоняют, как в фильме «Форсаж» прям. В этот раз хотя бы не так снежно. Помню, в прошлом году здесь, блин, вообще трэш был. Вот это вам поделай какие-нибудь штучки, я не знаю. Ну давай. Как ты покатайся необычно. Вот задом. Сейчас за мной находятся люди, которые за которых рожать. Я очень переживаю, которые не очень хотят рожать. И сейчас мы их спросим, почему на льду. Девушки, что здесь за заклинания такие? Почему в кругу сидите посередине катка? У вас здесь шабаш какой-то или что? Я так понимаю, рожать вы вообще не собираетесь, да? Никаких мыслей об этом вас не посещают. Ну ладно, извините, что прервал заклинание. Несмотря на то, что я нахожусь в России, тепло всегда со мной. Потому что я нахожусь на народном курорте, что вы видите, вот здесь лед, снег. И тут, конечно, пальмы. Пальмы, песок. А народный курорт и вот это что-то как-то не очень сочетается. Я слез с коньков. Я счастлив, что я жив. Тут тоже скользко. Вон там весь каток, в общем. А вот это главная елка этого катка. Она большая, где-то с 10-этажный дом примерно. Вон Настя, то есть, да? А вон там 200 Насть еще. Такой вот каток. Сейчас мы сфоткаемся и пойдем домой. А, мы пойдем нашим друзьям играть настольные игры. Настя, что ты делаешь? Ах ты какая, ты с Дедом Морозом, да? Тебе не стыдно, а? Он старый, я молодой. Я понимаю, у него бабок много, он зимой поехал на отдых, вон, на курорт российский. А, ты здесь, ты Снегурочка, а твоя Дед Морозик. Подожди-ка, мне Снегурочка там вон на рисунке больше нравится. Смотри, какое у нее платье. Ну, пусти меня. Эй, пусти! А вот здесь вы можете погреться. Я думал, тут не настоящие дрова. Я думал, что это дрова так стоят, и у них электронный огонь почему-то издалека. Чувствуешь себя в деревне, когда слышишь этот треск такой. Ой. Я огонь давно не видел. Год, наверное, где-то. Ну, все поманяю. Ну, так встань. Анастасия, ваши комментарии. Тепло. Тепло. Тепло.
Подпишись на канал, чтоб видос мой взорвал. Ставь палец вверх и оставь комментарий. Я хреново пою, но офигенно снимаю.